Снег валит и валит. Это капец какой-то. Невозможно ни на камеру снять, ничего. Здорово. Упади, хоть поваляйся, пока камера включена. Сейчас. Падай, валяйся на... Нет, сумочку можно держать, я на тракторе вот промчись. Смотри, какой трактор, нам бы такой... Короче, сразу скажу, что идешь по улице, как по музею. Посмотрите. Просто по музею ходишь. Настоящий зимний курорт. Конечно. Красиво тут все. Это большой. Это не Буковель, там 4 домика. А это именно здесь люди живут. И идешь, тут ну, много этих сдается, все сдается. Люди здесь на этом деньги зарабатывают, живут да, с этого. Сочетание цены и красоты этой, то есть сюда стоит поехать. Потому что по деньгам недорого, ну цены как у нас, да, уже так присмотрелись. Нормально, адекватные цены. Ну это то, что мы и не сильно искали, дешевое, если... Найти можно заняться. Можно дешевле, просто тут же что же зависимость с машиной, без машины. Если без машины, вообще проблем нет. Без машины, да, парковку не ищешь. Там шикарные апартаменты вообще задешево. Ну, я не считаю, что и у нас это дорого. Потому что я смотрела, сравнивала с Буковелью сейчас. Ну, вот примерно, да, такие апартаменты. То там гораздо дороже. Просто смотрела, мы ж не знаем, как дальше путь наш будет. Может понравится, мы весь отпуск тут проведем, да? Ну а просто здесь за 2-3 дня мало. Здесь, во-первых, даже ну, просто думали, ходить да, не обойдешь. Не обойдешь все, даже если просто ходить пешком смотреть. Не говоря уже о лыжах, о всем остальном. Кто хочет кататься на лыжах, понятно, здесь, наверное, и недели мало будет. Снег валит и валит снег. Снежище просто. Ну и это Европа. Все красиво, все убирается. Все красиво, все для туриста сделано. Приезжайте. И главное, что мне понравилось, никто не кричит. Не снимай это пока. Дальше будем видеть. Не снимайте там это. Никто, потому что люди адекватные. Короче, голодным не останешься точно. Пацанам мы потом куда-нибудь зайдем, покушаем. Кошмар. Сыпет и сыпет. Надо тушить камеру. А выключать не хочется. Сам идешь, голова туда-сюда. Скоро отвалится от шеи. Везде, везде все. Что справа, что слева. Что по ценам? Вот в этом магазине. Мы не знаем, наверное, какая-то... Что за бренд? 4F. Цены какие? Ну, адекватные? Адекватные, да. Адекватные цены. Ну, получается, где-то вот такая куртка у нас где-то 1700 стоит, да? Ну, тоже смотря правильно, какой бренд, чья она там, я не знаю, что это. То тут где-то в районе 3000, плюс-минус 3000. То есть это нормально. Я даже на Алиэкспрессе Китай смотрела, там тоже получается где-то такая цена.
Короче, некоторые сюжеты будут без комментариев, потому что мы сами головой туда-сюда крутим, вертим. Первый раз рассказывать не о чем. Тоже сами смотрим. Так, впечатлениями. Может, будем делиться по ходу. Приятно, находиться приятно, это самое главное. Много заведений, буквально через одно, да, заведение с едой. Разная еда, на любой вкус, наверное. Ну да, конечно. Пока мы не знаем. Кидаться во все мы не будем. Заведения, потому что их здесь очень много. Магазинчики с одеждой, с обувью интересные. Брендовых много магазинов. Сырки какие-то. Это сыр какой-то, вот жарится. Сыр на, с дымком, наверное, на костре. Не попробуй. Есть у тебя мелкие? Раз. А сколько это? 5? Ты, это евро. Злотые, ЗТ там написано. Так ты ж смотри. Мне не надо. Нет. Это журавлина. Это варенье. Вкусное варенье. Эту штуку пробуй. Варенье и дома поешь. Сыром пахнет копченым. Ну, сулугуни. Сулугуни? Угу. Прикольно. Ну, лучше, чем наша сулугуни. Сулугуни... Угу. Вкусно. С привкусом даже не знаю, с каким. Копченая, прикопченная. Хорошо прикопченная. Угу. Классно. Угу. 5 злотых. Это сколько получается? 5 и 6, 30. Короче, где-то 30 гривен. Ну, это же для туристов, что ж ты хотела. Это же для туристов все. И варенье. Джем. Все для туристов. Все для туристов. С ценами тоже нужно ориентироваться. Цены тоже разные. Что для туристов, что для своих. И опять заметает. Можно там стать под навесом? На.
430 немножко. Куртка такая, сколько? Адидас. 2760. Это нормально. Это недорого, совсем недорого для Адидас. Ну да, у нас Адидас-то там вообще как космос. Заходишь, купил куртку, и они уже месяц могут не работать. Ну, здесь все, все фирма. Ну так я же смотрю. Я и смотрю. Здесь только размеры какие-то маленькие. Цены в злотых. Смотри, Adidas кроссовки. 200 умножь на сколько в гривнах. Ну, короче, 1300. А у нас за такую цену только можно взять с пятками, с провалинами. Хорошие, кстати, да? Ну, да. Смотри. Чистый адик. Чистый адик. Пожалуйста. Вот вам и дорого. Вот вам из серии все дорого. Какие классные вот. Для треши. Адик. Пожалуйста. Комментирую, что это? Это косметика L'Oréal, хорошая. Я вообще не знаю, что они там. Ну так говори дальше по ценам. Ну вон цены, поснимаю, считать надо. Вот тональный 256 получается. Дорого, дешево? Нет, это не дорого. Кстати, по-моему, вот такую я последний раз вот не так давно покупала. 300 что-то 50, по-моему, у нас в деле. На соточку больше. Ну, получается, да. Вроде бы такая, надо сравнить. У меня с собой нету. Но нам не будет сказать. У нас просто лучше. Качественнее. Может быть. По-любому. Сейчас я посчитаю. Прокладка поддона картера. Ну вот, например, я беру среднюю цену 6. 2, 2, 2, 2. Ну вот, там 8, 9, да? На 9. Сколько? 57. Ну, чуть дороже. А, не, подожди, так это же двойные. Не, нифига не дороже. Сейчас дешевле. 5,69. Сколько? 16, да? 16. 102 гривны. Mm-hmm.
Короче, народ начал вываливать ближе к обеду. Куча туристов. Снег прекращается потихоньку. Стоит только по магазинам полазить даже. И не надо в горы идти. Я хоть и не любитель сравнивать цены, но самого уже заинтересовало. Такой момент, когда вещи брендовые, по сути качественные, стоят так же или дешевле, чем у нас, обычные китайские, не брендовые, то начинается, уже появляется желание даже посравнивать цены. Такие саночки. Не знаю, ну а потом что? Прицеплять за машиной, и ты будешь на них ехать домой? Нет, ты будешь меня по Закопане катать. Угу. А потом дома Альфу катать будем. Она у нас старенькая. Вон еще магазин. Там можно пройтись посмотреть. Спортивный магазин. Чисто пиво. А, алкоголь. В Коландию нужно идти. Где Коландия? Там была дача. Ну, а заходи. Здесь чисто, наверное, польский бренд какой-то. А мировой бренд интересует. Здесь какой-то бренд дорогой. Не знаю, мировой он или нет, пишите в комментариях. Такие лыжные для детей. Ну да. Реально качество, ниток нету нигде, не висят, ничего. Как обычно. В некачественных. В не совсем качественных. Отлично. Ну, примерно там. Где евро? Ну, чё ж не злоты? Злотых тут все. Вот, польский злот. Было
есть, было. Это скидка такая, вот, 100. Не, ну понятно, что можно написать, что хочешь. Такие вот баечки. Соточка. Можно, короче, скупляться ехать. Скупляться. Классные куртки. Мощные. Материал такой. Процентов скидка, я просто ну не вот, вижу цены. Нет. Нет. Короче, разброса в ценах большого нету. Все примерно по магазинам. Товар видно. Ну и товар тоже смотришь. Как такового сильно дешевого. На по качеству я не вижу. 169. Кто там, если смотрит из других стран, то курс злотого переводите, цены в злотых. Типа была цена и типа скид стало, скидки. Ну, понятно, это маркетинговый ход, независимо от страны. Чтоб ты заинтересовался. Вот смотри, ничего себе, было 139, потом раз 69. И вот она уже, смотри, как заинтересовалась. Сейчас уже почти я купила все. Мне просто цвета такие нравятся, такого плана просто нравится. Уже почти купила. Ну а потом думает, у меня же их полный шкаф. Да не полный у меня шкаф. Куда еще? А все равно купить хочется. Но шкаф еще не полный, потому что можно еще купить шкаф. Тебе что, жалко, я не понимаю? Нет, просто оно пыль собирает. Не собирает ничего. Пошли наверх, все бегут наверх. Ну да, я тут рассмотрю. Вот костюмы Равшана и Джамшута. Классные такие светоотражающие, наверное. 89. Шиска в норме. Долларов. Над синяя куртка под хавал. Всего 449. Ну тут это в основном же лыжные. Ну там люди ходят в них. Вот тебе такую надо. Такое не нравится. Короче, одеться здесь можно. Приезжайте сюда в старых вещах. В старых вещах приезжайте и оставляйте их тут. Даже не думаю, что. Сомневался. Смотри, здесь тройная скидка. Было, потом 2800, и стало.
смотри, какая классная. Смотрим цены. Дивимося ціни. Найтанша. Та 630. Найтанша. На нарти. Спасибо. Смотри, какие. Не, ну это уже цены, конечно, другие. Ну и раскрученный бренд же. Вот, без головы такая. То есть там цены наилучшие. Ну вот 770. Такая вот Колумбия. Длинная женская с песцом. С песцом. Чужничина на тебе. Где? Где на меня? На ребенка что? Ты что, ребенок? Конечно. 1500 злотых. Ну, это уже да. Смотрите, кому что. Штаны. Такая вот, чтобы вы видели все. Чтобы все видели, что вы идете в Колумбии. Вот, 850. Куртец такой. Чисто Колумбия. Нормальный, что такое. Классный. 770 такой. Дешевый. Классный. Тепло. С фольгой. Штука, да. Ничего себе. Классно, да. Такой сколько? Да он же самый. 550. Короче, тут все под 500. Средняя. Восемьсот, 900 шлемак. Это что, мыть можно? 3500 гривен. Да. Куртка вот эта, да? Подкладка, она с этой, ну, светоотражающей. Светоотражающей, утепляющей. Да. 3,5. А у нас сколько они? Они дорого. Можно на сайте идти посмотреть даже. Ну, короче, вот такие цены. Кто хочет быть модняком, можно из Польши вернуться модняком. А вот, смотри, какая такая классненькая. Не продается? Не продувайка.
Смотрите, вон внизу. Нету. Это штаны, говорю. 930 злотых. Какая сколько? How much? How much? Okay. Вон сидят под стеклом. Nie, 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 nie,